Всем привет, друзья! Проснулись сегодня в большом доме нашего партнера-эксперта из Сучава. Завтра будет подача на второй паспорт. Ребята из Казахстана приехали вместе с нами вчера на поезде. Очень красивый дом. Переделан под гостиницу. У нашего Алекса большая собака, лабрадор-ретривер. Вот как раз эта девочка. Рядом находится замок Сучава, и мы сегодня туда обязательно сходим. Сейчас мы находимся в отеле «Баллада». Это рядом с Сен-Че. К 8 часам мы идем на подачу, мы записаны на 8 часов утра. Полчаса, и мы свободны. Друзья, после того, как вы подали документы, у вас будет время подучить румынский. Он, кстати, очень сильно похож на итальянский, на испанский. Ребята, всем привет! Сегодня у нас торжественный день. Ребята наконец-то получили паспорт Румынии. Ребята из СНГ. Сколько по времени? Около года. Вот, ребят, год. И были какие-то трудности получения, нет, подача? Мы всегда были первыми на очереди по записи и на присягу. И, в общем-то, все прошло очень гладко. Ребята справились с присягой. В принципе, никаких трудностей не было. Понял. Какие теперь следующие планы? Ну, дальше что будете делать? Покорять Европу. Покорять Европу. Это самое главное, друзья.